перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Сегодня была тренировка. Сегодня шлепали по лапкам. Это, конечно, стильное истязание. ЦСКА регби. Привет, большущий. Кинешма, привет. Кишма, привет, и вся Ивановская область. Хочу сказать, забыл все время, вот, забываю все время сказать о том, какой был удивительный концерт в удивительном городе Кишма. Вот, всех приглашаю попутешествовать в Ивановскую область. Вот, Кишма, конечно, меня город поразил, какой был концерт на площади, на берегу реки, на берегу Волги. Это было гениально просто. Всем большое спасибо. Мы повторим это 29-го в Ростове-на-Дону. На стадионе без крыши. Столько нам придумывали, чтобы там сделать. Мы выезжаем за 3 дня до концерта. Потому что этим живым составом полностью. Плюс еще будем снимать там кусочки для фильма. Плюс всего-всего-всего надо приготовить. Чтобы ты, когда пришел на концерт, ты такой был в непонятке сначала, да? Ты такой думал бы, а что будет за концерт? Что там будет вообще на концерте? Ну, такого, чего мы не видели. А после концерта, когда ты уходил, чтобы ты сказал, Вася красавчик, no comment, вот так хочу концерт сделать. Чтобы у нас был вот так вот концерт. Безумно счастлив, что в Ростове появилась площадка нормальная, большая, удобная, комфортная для концертов. Потому что постоянно мы ютились во всяких там дворцах спорта, в экспрессах, вот этих полумерках. Я не жалуюсь, просто приятно, что у нас теперь все в порядке с этим. Алма-Аты, привет. Всем привет. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Едем по Москве, пробочки. Так что вот так немного подутомился я сегодняшко. Но слушайте, мы все немного подустали. Так что так, всех обнимаю. Спокойной ночи, кто будет ложиться спать скоро. Завтра новый день, новые дела, новая работа. Все, всем пока. Удачи, родные, крепко обнимаю. Думаете, это вы за мной следите, ребята? Это я за вами слежу, понятно? Лошадка. Всех приветствую, дорогие друзья, все, кто с нами на связи, хочу пожелать всем хорошего дня, хорошего настроения. Было пасмурно с утра, мерзко, а тут вышло солнышко. Так что вот так. Я решил выйти в эфире. Козленков, приветствую, приветствую. Всем бодрейшим. Ну просто не погода, а цинус, а, ребят. Ну просто вот за что люблю Москву, это за резкую перемену. За резкую перемену погоды. ЦСКА чемпион. For life. For life. Пешеходов надо пропускать, ребят. Мне нравятся такие пешеходы. Ты едешь такой раз и чуть запарился, что пешеход на дорожке. Такой приостановился, и пешеход увидел, что ты такой, сука, в запаре. Ну, чуть запарился, приостановился. Он такой идет и с таким лицом триумфа и говорит, ну, что ты, сука, не увидел меня.
А ты виноват, потому что ты правда чуть-чуть не увидел. Но успел остановиться. И сегодня тренинги не будет, сегодня перерыв. Егор Петров, ты что, охренел? Ты меня хочешь заставить тренироваться каждый день? Мне почти 40 лет, старик. Почти 40 лет, как звучит. В этом году, повторю еще, в этом году моей игре песни моя. 20 лет исполняется. 20 лет песни «Моя игра», ребят. 20 лет. Вот так вот назад перематываешь пленочку и думаю, 20 лет назад я написал мою игру. Ёлки, 20 лет назад. Просто аж страшно становится. И приятно с другой стороны, что каждый концерт заканчивается этой песней, да? Что, блин, что, блин, удивительно на самом деле, да? 20 лет назад. Помню, как сейчас этот день. Это была вторая песня, которую... Если интересно, могу рассказать. Рассказать, как я была на... мою игру написал. Если интересно, конечно. Вы там дайте это знать. Нам интересно, рассказывай. Давай, нафталин свой. Доставай картотеку. Напишите, интересно про то, как писалась моя игра. Да, вот написали все. Короче... Сквозняк, это у нас такая на улице Садовой, Росачана, знает, что это такое за место, Сквозняк. Мы сидели на Сквозняке, там было такое кафе с пластиковыми столами, стульями. По причине того, что тогда все, это был 90, даже больше, да, 97-й год. Это еще год, 20, почему-то я добавил, 21 год, что ли, песня. Но не суть. И тогда не было, представьте, ни гаджетов тогда не было, ничего не было. Не было ни телефонов, не было ни возможности, ничего-то. И мы тогда все таскали с собой тетради и ручки. У меня была такая тетрадка, 96-листовая, как сейчас помню. Потому что учился в училище тогда на дирижерском отделении. У меня спар прямо вот в заднем кармане, в широких штанах я ходил. В джинсах была тетрадка. Был дождик. И вы не поверите, это была моя вторая песня. Первая песня была «Нами прожитые дни», которую я написал. А вторая моя игра. И мою игру я написал за 15 минут в целом, на двух листках. Общая тетрадь, это Егор Петров пускает, да, общая тетрадь. Мою игру я написал за 15 минут, и я вот сейчас я думаю, блин, а как я вот ее не посеял, да, как я ее не потерял, да? Потому что тусили постоянно, просто два листка стояли. Потом дома на рояле я придумал этот, сыграл мелодический ход, да, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба в ля миноре. Потом у соседа, нет, у Дюка на Северном, по причине того, что не было ни компьютера у меня, ничего, на другом совершенно районе, на Северном, набил эту мелодию. Такая была программа «Импульс Трекер». Сейчас битмейкер такого и не знаю, что это за программа. Я разобрался во всем. Там у него не было миди-клавиатуры, и нужно было ноты писать пальцами. Они обозначали все на латыни, да, как C, E. Я помню даже сейчас мою игру в раскладке английскими нотами. C, E, A, E, C, E, A, E, C, F, F, A, F, C, F, A, F, D, F, A, F, D, F. Ну, такая вот фигня. Все, и потом у Андрея Баскакова мы ее быстро записываем, эту песню. И выпускаем на кассете «Гора части» 2000. Ну, песня была готова уже вот в 98-м году. Я с ней выступал во дворце спорта. Так что тысячу лет назад, ребята, тысячу лет. Я не знаю, как я вообще еще, у меня времени хватало на все это, на запись, потому что тогда так тусили с таким огоньком, как говорится. Как говорится, давали жаркого, да? Вот прошло много времени. 20 лет прошло. И вот мы едем в Ростов на концерт. На стадионе, самом большом стадионе. Для меня это важно. Для меня это мечта, да, для как.
Я помню, как я рассказывал эту историю 100 раз, да, я помню, где-то в 98-м году шел по Театральной площади, а там такое было мероприятие какое-то, там выступали артисты. Я думаю, блин, вот мне бы здесь выступить, просто была бы мечта. Я там пел один раз на Театральной площади мою игру, а потом мы выступали там на День города, и было 125 тысяч человек, да. Не знаю, мне это разорвало сердце в хорошем смысле. Меня это очень тронуло. Какие-то такие правильные вещи, какие-то правильные события в моей жизни. Ладно, что-то старик разболтался. Я вас обнимаю, хорошего дня вам. Всего самого наилучшего. Храните воспоминания. Они бесценны в том смысле, что и пользы с них мало. И продать, и купить их невозможно. Но они что-то из них складывается такое. Из воспоминаний. Интересно. Все, обнимаю всех. Всем счастья.